В новом интерфейсе Директа появилась удобная навигация – меню в левой части экрана. Здесь находятся самые популярные и важные разделы сервиса. Меню доступно на любой странице интерфейса. У вас всегда есть быстрый доступ к нужным действиям, материалам и инструментам. Нажмите «Добавить» для создания новой кампании, группы или объявления, а также для перехода к подборщику новых ключевых фраз. Из пункта «Рекомендации» перейдите на страницу с персональными советами Директа по настройке кампаний. Нажмите «Кампании», чтобы перейти к управлению рекламными кампаниями. Через меню «Отчеты» можно перейти к статистике по кампаниям, заказать доступные отчеты в формате Excel или PDF, следить за изменениями объема трафика по фразам. В библиотеке хранятся вспомогательные материалы для рекламных кампаний – фиды, креативы, турбостраницы, мобильные приложения и наборы минус-фраз. Перейдите из меню на страницу «Инструменты», чтобы составить прогноз бюджета, посмотреть историю изменений, открыть конструктор турбостраниц. В разделе «Информация» вы найдете наши контакты и ссылки на полезные материалы, помощь, обучение, новости рекламных технологий и успешные кейсы клиентов Директа. Меню работает в двух режимах – свернутый и подробный. Если вы ориентируетесь по иконкам и хотите расширить рабочее пространство, используйте свернутый режим. В любой момент вы можете развернуть меню и перейти в подробный режим. Важные ссылки продублированы в шапке страницы. Пополнить счет и посмотреть платежи и документы можно, кликнув по кнопке «Общий счет». Также в шапке есть форма обратной связи. Здесь вы можете оставить отзыв о новом интерфейсе Директа. Желаем успешных рекламных кампаний!